Так, дорогие друзья, вот решил снять вам чехольчик непроницаемый. Вот сейчас съездил на рыбалку, там намочил телефон. И у меня он, короче, отказал. Сейчас пока пользуюсь телефоном детей. И вот решил проверить, будет эта хрень протекать, промачиваться, чтобы брать на рыбалку везде с собой. Потому что я не проверял, не был уверен. И вот сейчас давайте снимаем. Ну, положить буду, конечно, не телефон. Положу кусочек газетки и на ней проверим. Ну вот, отщелкиваем так застежечки, как бы, да. Так, что же я, наверное, сниму веревочку, чтобы она не мешалась. Так. Так, он скрывается у нас вот. Видите, здесь отверстие идет. Сейчас мы вложим сюда. Вот кусочек газеты вот вложим сюда. Вот, посмотрите, газета сухая, все, видите, вот сухая газета. Все, сейчас мы этот кусочек влаживаем. Так, что-то у меня перескочило, что ли. А, вот. Все, вот она, раз, и защелкиваем. Все, защелкнули. Вот газета лежит сухая, все. Опускаем и ждем. Пошли пузырьки. Выходит воздух, видать, откуда-то. Ну, сам пакет. Все, так его крутим. Газету не видно, чтобы намыкало. Газета вроде бы сухая. Если я даже давлю на него, не видно, чтобы промачивалось. Не знаю, на какой глубины можно это все проверять. Ну, по крайней мере, я не вижу, чтоб протекало, чтоб намыкало. Так. Ну, по крайней мере, если судечко находится пакет в ведре и не протекает, да, я так думаю, что от дождя он точно спасет. И, ну, например, там вы где-то на речке, например, идете, раз в яму там провалились или еще куда-то, ну, запнулись, упали. Этот чехол спасет ваши документы, там, мобильный телефон, ну, какой-то гаджет спасет от того, чтобы он намок и пострадал. Так что, он, думаю, наверное, хватит, уже бы пробежало, да, если бы он протекал. Все, давайте вытащим вот он. Оттуда с этого черенького, откуда-то маленькая вода вытекает, но надеюсь, это не попадало туда. Так, у меня руки мокрые. Ну вот, смотрите, сейчас я не будем, наверное, да, ждать, когда высохнет все это, чтобы вам доказать. Уже даже видно, что вот газета находится в пакете сухая. Ну давайте, пусть, ну, руки у меня мокрые, если что, вдруг где-то будет маленько там. Думаю, ничего страшного. Да, ребят, смотрите, друзья, газета вся сухая, вообще вся. Так что буду теперь пользоваться данным чехолом, данным. Ну и всем рекомендую, ссылку оставлю в описании под видео. Так что, если кому понравился такой чехольчик, заходите, заказывайте, мне нравится. Буду теперь его использовать и не портить свои документы и гаджеты. Ну ладно, всем до встречи, друзья. Приобретайте.